Вещи, которые слышал каждый фокусник. Ты чё, фокусник, ляськи масяськин, да? А можешь меня научить фокусу какому-нибудь? Окей, научу вас фокусу с карандашом. Вот, возьмите. Нужно взять карандаш, засунуть его в нос и как будто вдохнуть. Примерно вот так. А секрет фокуса в том, что вы просто прячете карандаш у себя в руке. Я чё, зря засунул? Это наука, детка. Полиэтилен, из которого сделан пакет, эластичен. Когда мы протыкаем его карандашом, образуется маленькая дырочка. Но пакет легко растягивается и облегает карандаш, не давая воде вылиться. А если достать карандаш, произойдет вот это. Ром, я только что убрала. Это ради подписчиков. Кусок изоленты и пустая банка. Погнали. Сейчас я налью пепси в этот стакан, и она отсюда исчезнет. Так, вот столько хватит. Раз, два, три. Она исчез... Блин! Какого... Вещи, которые слышал каждый фокусник. Слышь, а можешь меня научить чему-нибудь? У меня сынок любит эти ваши там, ну, ляськи-масяськи. Я ему покажу потом. Ладно, сколько лет вашему сыну? Ему 2 годика, на. Он очень маленький, но окей, если хотите, вот, возьмите монету. Вам нужно взять монету так, чтобы большой палец был сверху, а все остальные снизу. И научитесь ее отпускать так, чтобы она падала вам в ладонь. Теперь прикрываем монету другой рукой, сбрасываем ее к себе и делаем вид, что берем. Затем она исчезает. В общем, ничего сложного. Все вместе это выглядит примерно вот так. Слышь, блин, ты как это сделал? Я только что показал. Из этих колпачков идет жидкий дым. Их нагревают перед использованием, ставят на специальную конструкцию, и дым красиво стекает вниз, подобно воде. Интересно, а ты тоже захотел купить жидкий дым, но можешь только жидко пердануть? Видели фокусника, который взорвал интернет? Он насыпал соль в кулак, затем она исчезла и каким-то волшебным образом появилась. Соль насыпаем в кулак, вот столько хватит, это убираем. И по идее она должна исчезнуть, я в это не верю, но... Как? Так, а если обратно? Чё? Может питаться правильно, спать больше? Нет, самое главное это правильное питание и, естественно, сон. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Ты издеваешься над Дусей? Чё? Я над тобой издеваюсь? В смысле? Стой! Это не то, что вы подумали. Она спит. Давай вставай. Так, искусственное дыхание. Всё, живая Дуся, на покушай. Она даже не обижается. Я хочу эту штуку. Отправь ролик тому, кто должен подарить ее тебе на Новый год.